Чемпионат по запуску бумажных самолетиков прошел сегодня в столице Татарстана. Таким необычным способом отметила свой день рождения газета «Казанские ведомости». Ей исполнился 21 год. В холле редакции сотрудники СМИ смогли запустить по два самолета. Победители выбирали, исходя из дальности и длительности полета воздушных судов. Журналисты тщательно выбирали модели бумажных лайнеров и долго тренировались. Спонсоры чемпионата – татарстанские авиакомпании. Так что призеры смогут воспользоваться их услугами и отправиться уже в настоящий полет. Кстати, это не первое необычное соревнование в редакции. В прошлые годы «Ведомости» проводили татаро-финскую ходьбу с палками, забег на верхний этаж издательства и гонки на офисных креслах. Мы решили бросить вызов тем, кто говорит, что бумажные газеты в век нанотехнологий исчезнут. Мы знаем, что люди любят работать с бумагой. Это искусство очень древнее, оригами. Мы обращаем внимание горожан на то, что работа с бумагой приносит большое удовольствие. Пусть они остаются нашими читателями-подписчиками и стараются держать в руках все-таки бумажную газету.